Вчера, 14 февраля. День влюбленных. День всех влюбленных. Так. Канал СТС Лав. Так. Разместил баннеры огромные, очень красивые. Там был возле каждого офиса других телеканалов. То после домашнего был офис «Домашний, мы тебя любим, ты султан нашего сердца». Первый, мы любим тебя, Зоус Якубовича, Островами Урганта и Примату Гузеевой. Пропильша, ни одного слова. РБК, ты такой деловой, покатай нас на своей яхте. И это все было по городу, и очень мне понравилось вот это лично Константину Эрнсту. Константин Львович, вы всегда будете нашим первым, но не единственным Константином. СТС Лов. Во-первых, я хочу огромное спасибо сказать нашим коллегам на СТС Лав. Это чудесное поздравление любви. И то, что ребята вот такими, знаете, и день не солнечный, а ребята такими цветными, яркими постерами заклеили баннеры с надписью «Прививайтесь, а то умрете». Это очень-очень важно. И мы решили тоже ответить, не знаю, как участвовать тоже. Мы же отвечаем все. Да, и тоже разместить баннер. Мы немножко, я бы даже сказал, просто чуть-чуть исправили баннер канала СТС Лав и разместили сегодня. Вот размещаем эту фотографию, видите, что написано «Константин Львович». Вы всегда будете нашим первым и единственным Константином. Это размещаем.